Вообще я плохо отношусь к этой инициативе. Мне кажется, государство зря вносит такой закон, потому что это будет сбивать человека, то есть его биоритм будет нарушаться. Вот даже, допустим, когда ты переезжаешь в другой город, и там другой режим, очень сложно привыкнуть к этому режиму. Отношусь я не очень хорошо к данному процессу, потому что мне кажется, что мой организм пострадает, потому что он привык к определенному времени, и если сместить мой внутренний часовой баланс на час назад или на час вперед, то мне будет некомфортно, например, просыпаться рано утром на час раньше. Ну, наверное, более положительно, потому что у нас в 3 утра уже светает, спать тяжеловато, если у вас не блэкаут шторы. Вот. Как бы мы не Питер, мы там, да, у нас нет белых ночей, поэтому я считаю, что это хорошая инициатива. Вообще я плохо отношусь к переводу на зимнее время, потому что как бы я уже сформированный человек, у меня уже сформировались какие-то свои внутренние часы, и, то есть, например, на работу просыпаться на час раньше мне будет как-то некомфортно, как мне кажется, и мне кажется, эта инициатива не совсем нужна. На мой взгляд, начнется некая путаница у российского народа, в первую очередь. Они будут себя чувствовать не то, что, наверное, неполноценными, а как будто у них отняли один час, то ли прибавили. Начнутся эти все опоздания и будут сказываться на людей очень жестко.